издревле считается, что хлеб – это всему голова. И вот ваши дорогие родители приготовили для вас небольшое, очень довольно-таки легкое испытание, но тем не менее его нужно пройти. Сейчас вот мы всеми вашими гостями считаем от 5 до 1, и вы своими крепкими керамическими зубами вцепитесь в этот каравай, который испекли мамы. По рецепту в Ютубе они нашли, испекли, буквально вчера всю ночь пекли. И кто из вас отломает или откусит больше кусок, тот и будет управлять всей вашей семьей. Давайте решим, что вы будете ломать. Делать. Кусать или ломать? Хватит. Супер, кусать по сценарию. Отлично. Мама, держите крепко. Гости все вместе считаем от... Нет, кусать, конечно. Там разнос нарядку. Кстати, да, разнос не кусайте. Весы в студию. Но откусывайте и не жуете. Откусывайте и не жуете. Готовы? Все вместе. 5, 4, 3, 2, 1. Саша, что ты такое? Покажите всем. Все понятно. Я вам скажу честно, что наш жених самый внимательный человек. Я говорю, не кушаем, он хлеб не съел, а салфетку да. Ну а теперь я предлагаю, чтобы в вашей жизни больше никогда не было ссор, чтобы никогда не было печали, была только любовь. Последний раз вашими кусочками. Я вас не мальчик. Насолите друг другу. И кушать? Сейчас вы только насолите, так плотничком, хорошенечко. Под аплодисменты всех ваших близких друзей. Не, чтобы не было прямо больше в жизни соли, прямо сейчас крепенько. И накормите друг друга вашими кусочками. Под бурные аплодисменты ваших близких. Теперь надо съесть все. Ну что ж, мамы, ваше слово сказать своим детям напутственные слова. Поздравляем вас с законным бракосочетанием. Желаем вам здоровья, любви, чтобы ваша любовь всегда была крепкой, всегда были вы в любви и согласии жили. Спасибо. Вместе. Спасибо. Мама, можно добавить смело. Я присоединяюсь. Дети, любите друг друга. Самое главное. Посмотрите, любовь решает все вопросы. Дамы и господа, вы видите прекрасное, что нужно поддержать аплодисментами. У нашего папы, видите, в руках настоящий эликсир любви. На самом деле папа нашел в интернете рецепт друидов, которые готовили эликсир счастья, молодости и взаимопонимания. И для того, чтобы этот эликсир исполнил все свои качества, папа скажет волшебное заклинание. Прошу вас, папа, напутственное слово детям. Более здорового. Спасибо. Владимир, добавите. Здоровья вам, счастья. Берегите свою любовь. Спасибо. Ну а теперь молодые, под бурные аплодисменты. Дамы и господа, ну а теперь решится самое главное, ради чего мы все взяли кредиты и пришли с подарками. Наши молодые, да, разобьют эти бокалы, и из их семьи напрочь навсегда уйдет горе, ссоры, черно-белый телевизор. Останется только плазма, радость и большая любовь. Так что, господа, осторожно, все вместе. 5, 4, 3, 2, 1! Зачем пить ногой? Я просто папе нужно верить. Неправильно сделала. Я коллекционирую бокалы. На самом деле, никто не знает, я помимо того, что занимаюсь сведением свадеб, я еще и предсказываю будущее, какое будет наследие. Пока она. Мальчик, да? Тут видно четко. А теперь давайте для видеокамеры еще раз бросайте. Ребята, может, разбивается. Прям вот так бросайте, как борец. Готовы?
обожгло. Господа, теперь все. Не снимаем. Тишина, гости.